Они едут домой. Меркель рассказала, сколько беженцев каждый месяц покидают Германию. Одни убытки. Главный немецкий банк растерял былую форму. Это был не газ. Стала известна причина взрыва в жилом доме в Москве. Все звезды в гости к нам. В Белом доме устроили шикарный прием. Около 3000 иракцев ежемесячно возвращаются из Германии на родину. Такие данные обнародовала Ангела Меркель. По ее словам, эта тенденция набирает обороты, особенно когда родные города беженцев освобождают от исламского государства. Не каждый беженец хочет остаться в Германии. Многие вместе с семьями хотят вернуться на родину. Еще отчасти люди возвращаются назад к родным, которые не смогли сюда выехать и еще не скоро смогут. При этом, считает бундесканцлерин, ФРГ должна готовить мигрантов к возвращению домой, внедряя образовательные проекты через Федеральное управление техпомощи. Благодаря этому беженцы смогут обучиться прикладным навыкам, которые смогут помочь им по возвращении домой. Кроме того, Меркель высказала надежду, что такой же процесс обратной миграции будет возможен и для сирийцев, в том случае, если мировому сообществу удастся договориться о прекращении войны в Сирии. Deutsche Bank несет убытки. В минувшем году его финансовые потери составили почти 7 миллиардов евро против 2 миллиардов прибыли годом ранее. Об этом говорится в окончательной финансовой отчетности компании. Это первый годовой убыток с 2008 года. В прошлом октябре Deutsche Bank сообщил, что планирует сократить 15 тысяч сотрудников в рамках стратегического плана развития группы. В ближайшие два года сократит еще 20 тысяч человек. Кроме того, финансовая организация планирует завершить работу в 10 странах – в Аргентине, Чили, Мексике, Уругвае, Перу, Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте и в Новой Зеландии. Банк Германии основан почти 150 лет назад. Это крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат ФРГ. Правление банка располагается во Франкфурте на Майне. Deutsche Bank также является одним из 30 важнейших транснациональных банков мира. Он включает коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании. Клиентами его являются почти 30 миллионов человек. Учреждение имеет почти 3000 отделений, из них 2000 в Германии, а также многочисленные филиалы в 80 странах мира. Решительные меры, как лекарство от экономической слабости. Европейский Центробанк радикально понижает процентную ставку для коммерческих банков до 0%. Кроме того, коммерческим банкам в Германии предоставят возможность купить облигации на сумму 80 миллиардов евро. Это на 20 миллиардов евро больше, чем обычно. Мы, конечно, рады такому решению Центробанка. Оно превышает даже самые оптимистичные ожидания рынка. С одной стороны, они понизили процентную ставку, а с другой расширили программу закупки облигаций. Я думаю, что вскоре мы увидим позитивные изменения на рынке. В целом, Центробанк решил увеличить размер программы поддержки коммерческих банков до почти 2 триллионов евро. Совет Европы утвердил продление индивидуальных санкций против граждан России и против российских компаний в связи с украинским кризисом. Действие черного списка продлевается до 15 сентября. Решение о продлении санкций связано с продолжающимся подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Всего в черном списке 146 физических и 37 юридических лиц. Отмечается также, что трое человек исключены из черного списка, поскольку их уже нет в живых. Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которые Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы. Парламент Финляндии в ближайшие недели рассмотрит вопрос о выходе страны из еврозоны. Заняться обсуждением этого вопроса депутатов заставила петиция, набравшая более 50 тысяч подписей граждан страны. Точной даты пока нет, но предварительные обсуждения состоятся в парламенте в ближайшие недели, сообщили в секретариате парламента. Согласно результатам соцопроса, проведенного в ноябре прошлого года, 64% финнов высказались за то, чтобы их страна оставалась в еврозоне. Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон смог добиться соглашения по особому статусу его страны в Евросоюзе после марафонского саммита. Кэмерон будет агитировать за то, чтобы на референдуме британцы голосовали за сохранение членства страны в ЕС. 18 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил ЕС, что выход королевства может вызвать эффект домино и дестабилизировать остальную Европу.
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло из-за нарушения правил обращения с открытым огнем при строительно-монтажных работах. Об этом сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве. По данным следователей, при проведении строительно-монтажных работ загорелись пары легковоспламеняющихся жидкостей. Это и привело к взрыву. По факту ЧП начата доследственная проверка. Взрыв произошел в московской 17-этажке, расположенной в районе Лефортово, вчера вечером. 14 человек были госпитализированы, один из них скончался в реанимации. Жители дома временно расселили по гостиницам. По данным МЧС, огонь повредил 4 квартиры. Несущие конструкции здания не пострадали. И московские власти утверждают, что в поврежденном доме можно и дальше жить. В ближайшее время его жители смогут вернуться домой. Российский космонавт Александр Иванишин, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс и Такуя Ониши из японского агентства аэрокосмических исследований в конце июня должны ступить на борт корабля «Союз» и отправиться на МКС. Для Рубинс и Ониши это будет первое космическое путешествие. Это мой первый полет, и я с нетерпением жду его. Скорее хочется почувствовать все самому. Взлет, посадку и даже то, как пользоваться туалетом на МКС. Надеюсь, я смогу показать жизнь на станции людям, например, через Twitter или Google+. Это должно вдохновлять людей на исследование космоса. Уроженец Иркутска Анатолий Иванишин – самый опытный из новых членов экипажа. 4 года назад он провел на орбитальной станции 175 дней. И вновь я попаду на МКС. Я покинул ее в 2012 году. Кажется, будто это было вчера. Я буду частью команды, буду проводить научные исследования, поддерживать работу станции. Я уверен, за время экспедиции мы сделаем много открытий, которые помогут науке. Иванишин, Рубинс и Аниши присоединятся к находящимся на борту МКС. Сейчас там работают россияне Олег Скрипочка и Алексей Овчинин, а также капитан станции Джефф Уильямс из НАСА. Одна из главных достопримечательностей Аргентины – ледник Перито Морено в Патагонии – обрушился на глазах у тысяч туристов. Обрушение края гигантского 30-километрового ледника, медленно сползающего в озеро Аргентина, происходит крайне редко – примерно раз в 4 года. Последний раз это зрелище можно было наблюдать в 2012-м, но тогда увидеть его почти никому не удалось, поскольку обрушение произошло в сумерках. На этот раз гигантские льдины откалывались от массивной арки прямо на глазах у туристов, пока она не разрушилась полностью. Самая крупная покупка в истории европейских музеев. Лувр и Голландский музей искусств совместно приобрели 2 полотна Рембрандта. Стоимость покупки – 160 миллионов евро. Французский и голландский музеи внесли равные части этой суммы, по 80 миллионов каждый, на счет семьи Ротшильдов, в которой портреты хранились последние 130 лет. На портретах изображены богатый житель Амстердама Мартин Солманс и его невеста. Оба накануне свадьбы. Картины торжественно представили публике в Лувре. Честь продемонстрировать приобретение выпала президенту Франции Франсуа Оланду, королю Нидерландов Вильям Александру и королеве консорта Нидерландов Максиме. В течение нескольких недель полотна будут выставлены в Лувре, а потом уедут в Нидерланды на реставрацию. Ранее решение правительства Голландии потратить 80 миллионов евро на покупку произведений искусства вызвало недовольство части населения. По данным опроса, проведенного агентством Maurits de Hond, намерения властей поддержали только 36% жителей страны, тогда как 56% посчитали, что можно потратить эти средства на куда более важные цели. Президент Соединенных Штатов Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо с женами Мишель и Софи поужинали в Белом доме. Тесные отношения между странами подчеркнула первая леди США. Для вечера она выбрала платье канадского дизайнера Джейсона Ву. Гости ужина тоже были не случайными. Уроженец Ванкувера, актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли в сером шелке Ральф Руссо, Майкл Джей Фокс и Майк Майерс. Они тоже родились в Канаде. Ранее на переговорах Обама и Трюдо говорили об изменениях климата и экспорте леса. Но главное, что дала Америке Канада, Джастин Бибер, пошутил премьер-министр. Обама своей мишенью выбрал кандидата в президенты США, республиканца Теда Круза. Он родился в Канаде. This visit's been a celebration of the values that we share.
Этот визит – торжество тех ценностей, которые мы разделяем. Идея того, что люди и их возможности равны. И если ты тяжело работаешь, то независимо от того, где ты родился, можешь добиться всего. Мы видим это в нынешней президентской кампании. Где еще мальчик из Калгари может претендовать на то, чтобы стать президентом Соединенных Штатов? Джастин Трюдо возглавил кабинет министров Канады в ноябре 2015 года. Тогда он сразу дал понять, что намерен работать над улучшением отношений между двумя соседними странами. Теперь Обаму ждут с ответным визитом в Оттаве. Премьер пригласил его выступить перед парламентом. And to the people of the United States of America. Cheers.